Долгожданная встреча. В зале прибытия педагоги, родители. Софии Горпенко, 15 лет. Роману Магунову, 14. Они взяли золото в компетенции «Мобильная робототехника». Им было необходимо решить задачу по транспортировке условных овощей на склад. Кроме того, написать инженерную книгу и представить свой проект. Всего 6 пунктов задания, по всем получили плюсы. Боже мой, что же теперь делать? С ума сойти. Два месяца трудов оправдались. Мы верили в себя, конечно. Но, смотря на работу других соперников... Мы знали, да, что они тоже очень сильные, и до последнего результата своего, то есть баллов, да, как судьи смотрят на нас и как они расставили баллы, мы не знали ничего. Принципиальными соперниками оказались сверстники из Финляндии, а также климат Арабских Эмиратов. Для того, чтобы поехать на мировое первенство, им пришлось победить на краевых, окружных и всероссийских соревнованиях. Затем двухмесячная программа подготовки. На чемпионате их поддерживала тренер, преподаватель из лицея, где они учатся и занимаются робототехникой. Мы использовали разные приемы, мотивировали ребят. Даже такая мотивация, как попасть к президенту на прием, она тоже действовала. И ребята вчера были в Кремле, встречались с президентом, они добились того, чего хотели. По словам чемпионов, первое, что они намерены сделать по приезду домой, это выспаться. После этого намерены продолжать совершенствоваться. Сегодня в Анапе также есть кружок робототехники на базе городской станции юных техников. Не так давно здесь появились 3D-принтеры. Это позволяет отойти от стандартных конструкторов и самим проектировать или обмениваться чертежами через интернет. Если говорить о WorldSkills, то анапчане успешно выступили на краевом и окружном чемпионатах. В компетенции кирпичная кладка и ландшафтный дизайн. Во Всероссийском детском центре «Смена» открылась площадка для подготовки национальной сборной молодых профессионалов. Там говорят, что открыты для сотрудничества с анапскими образовательными учреждениями.